Ребята, всем привет! Играем в Фазмофобию, Зола Кошмар, Риджью Роуд, если я ничего не путаю, а я ничего не путаю. Сегодня у нас Джо Боуэн сфотографировать датчик движения детектор ЭМП. Джо, это, кстати, кто, мужчина или это женщина? Потому что, если как бы вспомнить классику, да, Джо, это же может быть кто угодно. Джозефина, Джолин. О, как ты, смотри-ка. Может быть, конечно, и Джозеф. Не будем исключать Джозефа. Но могла бы быть девушка. Сколько шкафчиков свободных? Риджвью ко мне сегодня, прямо скажем, благосклонен. Так. Давайте включим свет. Тогда будем потихонечку прогреваться. Константинов пока не наблюдается. Но если бы здесь еще шкафчики были открыты, то я бы вообще бы уверовала бы. Так, что-то как будто бы упало. Только вот где это было... Скорее всего, с вами так просто не выясним. Сидишь. Опа! Что? Так, ну подождите, я слышала, что это были ложки. А это что? Ну, то есть тут. Здесь 7,9. Что происходит? Пушка какая-то упала. Упала, но не здесь. Подождите, я не понимаю. Где кружки падают? Я слышу падение кружек. У вас кружки на месте? Все, спасибо. Это был кружечный надзор. Всем оставаться на своих местах. А, вот кружка упала. Так, подожди, так тебе где больше нравится? Тебе какая комната? Предпочтительно столовая или living room? Ну, вообще столовая. А чего тебя тогда тянет непонятно куда? Это кидатель, он любит кидаться. Он уже очень много чего скинул. Детектор МП, да? Хорошо, датчики движения. Давай сюда. Фотик тоже возьмем. Очень... Нифига себе! Это очень сильный кидок. Это либо Полтер, либо Они. Как по мне. Как же нам проверять полтергейста? Если там нет дверей. Ну, что-нибудь потрогает. Я подозреваю, да. Я подозреваю либо Полтера, либо Они. Что там на Они нужно? Лазерный проектор. Я буду тестить.
Будем проверять того и того. Опять кидается. Ты ничего тут не трогал? Вдруг. Совершенно случайно. Проходил мимо и потрогал, нет? Все хорошо, ладно. Наверное, надо было лучше свет включить, хотя... Была ли там арба? Я сейчас еще посмотрю. Интересный призрак, я так скажу. По темпе не ушел ли ты на кухню, скажи мне. Минусовая. Подожди, где минусовая? Это они тогда. Вот здесь минусовая. Ghost event. Ну тогда получается они. Наверное. Сейчас посмотрим дотс. Ой, еще так плохо видно-то. А, свет горит на кухне. Блин, ну мне кажется, я и так увижу. Нос зачесался. Это к Оне. Не, я зацепилась, конечно, за Они. Возможно, это не Они. Просто, может быть, любой слишком активный призрак. Фига не видать. Джо Боуэн. Нет, не хочешь таблетку? Ладно. Чистый. Ты молодой? Он сейчас раскидал. Минусовая пока что здесь. Ты молодой? Ты молодой? Ты злишься? Дай. Дай. Хорошо. Радиоприемник. Анрё близнецы мимик. Нифига ж себе. На близнецов, конечно, кое-что тут смахивает. Есть близнецовские замашки. Насчет Анрё не знаю, а вот мимик, может быть, это мимик, который копирует Полтора, было бы прикольно сфоткать, да? И арба тебе нужна. Пойдем смотреть арбу. Есть у меня некие подозрения на твой счет. Близнецы, конечно, себя тоже по-всякому ведут. Но мало ли что.
Мимика надо исключить в любом случае. Потому что у нас потом... Могут быть с ним проблемки. Слушайте, ну нет, арбы нет. Либо она появится потом, в какой-то критичный момент времени. Он, короче, здесь теперь барагозит. Я бы, знаете что? Я бы, наверное, бы датчики звука поставила. Единственное, что я не знаю, где он еще как бы безобразничает. Но то, что Living Room и Dining Room это две разные комнаты, это совершенно точно. С другой стороны, но он как бы в смежных орудует, назовем это так. Пойдемте искать Константина. Ничего. Ничего. На втором этаже не похоже, что он есть. Неужели это такой просто дикий Анрё? А, чпоньк. Не, всякое бывает. Свет, что ли, включил? Или это я везде включила? Куда я МПшку дела? Есть такие? И все, я осталась без МПшки. Ладно, пойдемте посмотрим, что там у нас с датчиками звука. Насколько я их удачно расположила. Они пересекаются, причем очень сильно. Надо тот фойешный убирать вообще в эту, в кухню. И надо проверять, где он сейчас ходит. Ну, судя по датчикам движения здесь. Где он по факту? Давайте чекать. Минус 11. А, вон МП. Так, хорошо, ладно, ты здесь. Допустим. Давай тогда распятие нести. Давай нести свечи. Будем проверять Анрё. Сделаем вид, что это не мимик, потому что все-таки, ну, арбы нет. Ну, китки его меня смущают, если честно. Не знаю. Не могу пока опровергнуть близнецов. О, хорошо поставила. Смотри как. Смотри, красиво. Блин, я не знаю. Вроде арба не лететь. Со светом он не балуется. Очень хороший призрак. Я
посмотрим, насколько его напугает огонь и вообще напугает ли. Я бы на его месте бы не пугалась. Да ладно, прям так активно. То есть ты Анрё? Что с китками? Что за агрессия такая? Ты смотри. Только не начинай охоту. Блин, я свет выключила, да? Вместо того, чтобы включить. Смотри, как тушит. Это очень подозрительно, мистер Анрё. Блин, куда бы мне уйти? Смотри, что творит. Короче. Сиди тут. Никуда не уходи. Но это я сама уже виновата. Все повырубала. Пока я зажигаю свечки, я в относительной безопасности. Анрё не нравится свет. В смысле, точнее, ему не нравится огонь. Соответственно... До тех пор, пока у нас горят свечи в его комнате, мы можем себя чувствовать более или менее вольготно. Не мешаю вам, женщина? Мне даже за это ничего не дали. Она во мне заспавнилась? То есть у нас все-таки Жозефина. Угу. Так, ну это место больше небезопасно. Ты молоток скинул? Что, простите? Мне, если честно, надоело. Ходить, включать свет. Все-таки Джо это женщина, да? Я уже сказала. Блин, молоток меня смущает. Но он, походу, сюда пришел. Понятно это все. Дурак. Лесо фортуны. Дурак. Конечно. Отшельник. Нет, там просто облачко летит. Не знаю, что я сфоткала. Ничего, скорее всего.
Так, ну с Хайпристос-то мы заживем. Кермет. У меня, короче, лишняя жизнь появилась. Поможет ли она мне? Вопрос спорный. Что там по минусам? Все еще здесь? Все хорошо, стоим, ждем. Слушайте, ну я не знаю, мне кажется, это все-таки Анрё. Очень уж он яростно тушит свечки. Обидно, что у нас были карты, и в целом мы можем себе позволить нафоткать призрака в ассортименте, с учетом, что мы неуязвимы. Но, блин, сможем ли мы? Может быть, конечно, сама появится, если ее позвать. Джо Боуэн? Джо? Джо, ты здесь? Джо Боуэн? Джо Боуэн, дай мне знак. Джо Боуэн? Джо Боуэн, ты здесь? Джо? Джо, я боюсь, мне страшно. Джо? Джо? Джо Боуэн? Ну, хорошо, туши свечки тогда. Туши свечки, все, не поджигаю. Джо Боуэн. Что-то кинула, там нечего кидать. Так, одну затушила. Вторую затушила. Сейчас третью и охота. Что он там за дверь открыла? Ну, третью. Туши третью, я отскакиваю назад. Ну давай. Смотри, какая. Очень красивая. На кресте. Свет включен? Но я вижу, минус все еще здесь. А вдруг это близнецы? Мне в последнее время не везет. У меня вот эти подозрения на близнецов. Почему-то в смежных комнатах. Но он типа приходил, он играл на пианине, потому что я его туда призвала дьяволом на картах. И он, соответственно, был там. Ходит он в ливинге. Не знаю.
Надо дофоткать. Так, ну все. Свечки потушены. Джо? Джо, ты здесь? Джо? Джо Боуэн? Может быть, это просто Андрёк, который сбежал от свечек в соседнюю комнату и тут барагозит, а потом вернулся. А потом он надоел и вернулся. Джо Боуэн, я здесь. Мне страшно. Где ты? Дай мне знак. Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Джо Боуэн. Джо Боуэн. Да хотя бы начни есть кресты, чтоб я поняла, что ты здесь. Огня больше нет, чего тебе бояться? Джо! Минусовая все еще тут. Свет горит, вон там моргает. Джо Боуэн? Джо? Светомузыка, смотри. Джо Боуэн. Ну, вон там ходит, смотри. Минусовая здесь. Джо? Блин, я себе карту, мне кажется, рассудок очень сильно повысила. В целом, мне, конечно, не нужно благовоние. Я к тому, что я могу выкинуть, взять фонарь, выключить здесь свет и стоять без света. Потому что мне нужно только сфоткать. Вилочка отлетела, да? Давайте вилку сфоткаем. За вилку дают что-нибудь? А, это давно вилка упала. Ясно, понятно. Вот так всегда. Веришь в свою вилку, а оказывается, что она уже давно упала. Ты опять свет потушила? Так, ну давай я пойду. Тарелка упала, стопудово. Я свет пойду включу. Блин, зачем я фоткаю тарелки, если мне нужно призрака сфоткать? Где моя еще одна камера? Вот моя еще одна камера. Ну, мать, ну все, выходи, сдолбала. А это что горит? Вот эта лампа что горит? Кто ее включил? Кто посмел? А, вот это, да? Джо Боуэн. Она даже кресты не ест. Но она в одной комнате. Мне кажется, все-таки это Андрёха. Я отмечу Андрё. Ты здесь? Не, арбы нет. Ну, хорош кидаться уже, ну заколебало. Ну, сколько мы тут будем еще вот это лясо точить? Ты как бы, если хочешь махаться, выходи давай один на один. Если не хочешь махаться, все, давай, это я еду домой без фотки, нафиг ты мне вообще нужна? А, ты мне вообще не нужна, я тут человек подневольный, меня вот тут сказали, типа, давай сфоткай вот эту барышню. Я пошла и сфоткала. Тут, кстати, нет никаких пряталок. Не знаю, зачем я еще прятки с хайпристос в кармане. Я имею в виду карту, которая мне выпала до этого, когда я тянула таро. Но все-таки хочется как-то выжить, да не хочется умирать. Ты будешь атаковать или нет, Джо? Джо, ну это не смешно.
Джозефина. Ну, камон. Ну, тебя так прям сильно прям расстроили свечки. Ну, я, ты же должна понимать, мне ж надо было понять, Андрё ты или нет. Если прям свечки камень преткновения в наших отношениях, но я не буду их больше зажигать. Прям не буду. Прям обещаю тебе. Никаких больше свечек. Вон, видишь, зажигалки обе варяются. Она такая раскидывательная, вот даже если это Анрё, ну это скорее всего Анрё, почему он так сильно кидается? Вообще никакой логики в этом нет. Подожди, там в машине что, сплошная текстура? Интересно. Как на ней ездить? Гляньте, там нет сидений. Там есть спинки, но нет сидений. А здесь тоже так же? Здесь фиг заглянешь в салон. Но такое ощущение, что нет. Здесь есть кресло, как будто бы. Слушайте, никогда не видела. Чё это такое? Чем только не займешься, блин, пока ждешь свою Жозефину. Джону, хорош. У нас с тобой так ничего не получится. Хочешь, я унесу кресты? Смотри. Ради тебя. Так, а здесь тепло. Ты здесь теперь? А что ты здесь? О, прикол. Зачем я когда кресты уносила? Ты вообще не там. Охотник на призраков. Я сфоткала? Господи боже, спасибо большое. Я уже хотела рассказать грустную историю, как охотник на призраков грустно стоял и смотрел, как капает дождь, но слава богу. Слава богу, Джо избавила меня от моих страданий. Слушайте, я не знаю, что делать. В этой комнате ее больше нет. Есть таблетки? Да блин, нет, наверное. Зачем есть таблетки, если у меня воскрешение? У меня теперь есть сомнения, близнецы это или не близнецы. Опять без света. Прикиньте, все это время это был мимик, который нас мастерски водил за нос. Ну, что такое? Еще появляемся? Уходи. То есть здесь минусовая все-таки. Есть вопросики. Слушайте, но он так яростно это все тушил. Но он здесь кидается. Ты не охренела ли? Скажи мне, пожалуйста. Капец. Так, в ливинг-руме движуха.
Мастер Бедруме ничего. А, нет, в Мастер Бедруме тоже движуха. Ну, блин, ну вот что делать? Они не пересекаются. Да черт с тобой, ладно, близнецы. Не дай бог это Анрё. Да хотя, да, все, поехали. Задолбала. Я бы оставила бы Анрё, если бы она не начала кидаться в мастер-бедруме. Она там включила свет, она там кинула две кружки. Вот это вот все понеслось. Я считаю, что это близнецы. Все, близнецы. Мой ответ — близнецы. Спасибо большое, игра. Ох, мои страдания были вознаграждены. 35 минут мы с Жозефиной просто, блин, ходили вокруг да около, но вывели ее на чистую воду. Спасибо всем, кто смотрел, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал, ссылка на National Arts будет в описании под роликом, а также в шапке канала. А я с вами прощаюсь, всем пока-пока.